Здорово, это проект Бриалис, либо же Half-Life 3 от фанатов игры. Давайте посмотрим, что это у нас такое. В общем, все так же, как в Half-Life. Все абсолютно. От менюшки до вот таких вот окон. Перед началом обязательно ставьте лайки, ну а мы начинаем игру. Project Borealis. Кстати, заходите на канал, смотрите другие видосы, много чего интересного снимаю. Если я не ошибаюсь, это все на движке Unreal Engine 5. Но мы сейчас посмотрим. Посмотрим все максимально детально. Я видел, что это очень-очень короткая игра, поэтому будем рассматривать. Мы в какую-то дыру попали. Летим дальше. Еще в какую-то дыру. Короче... Нас помотало жестко. Опа. Как в каком-то хорроре прям, да? Так, ну-ка, по лестнице. Понял. Так, там тетка что-то говорит. А если я не буду заходить? А если я спиной зайду? А ну-ка, пойдет? Да, неважно, спиной, не спиной. Фонарика у меня нет, слушайте. Я понял, что это за мир. Кто играл в Half-Life, абсолютно любую часть, обязательно ставьте лайки. Так. Тут полы скрипят. Слушайте, ну графа прикольная, конечно, но оптимизация, по-моему, вообще ни о чем. Так, руки у меня появились. 70 хп. Фонарик появился. Так, ну слушайте, стало получше. Получше явно стало. Так, что-то я там подобрал. Так, поехали. У нас броньки 100. Ну, графа явно получше. Графа явно получше. Так. Мы забрали пистолет, гравипушку. Все, что нам необходимо. Да, все как с Half-Life. Да, только я так понял, движок совершенно другой. Но это Unreal Engine 5 или нет, напишите в комментариях, знатоки. Но так, как будто бы что-то подлагивает. У меня не особо... мощный комп, но и не дрова, как бы поэтому. Ревенхольм. Это место мы знаем не понаслышке. Это мертвое место, где остались только одни зомбаки и там один еще хранитель. Так, что-то я... Опа. Мы как будто на санках едем. Нормально. Что там, кто там? Ты смотри, у меня ствол. Ну, пока что мне все нравится. Прикольненько. Ностальгия очень дикая. Ты ожил? Реально? Чуть он на голове. Опа. Пацаны, пацаны, у меня ствол. Не подходите. Ладно. Хера себе, у тебя башка жесткая, конечно. А ну-ка. Хе-хе-хе. Вот что я любил делать. Не работает. Поддончик. Ух, нихера себе, а что с вами такое? Что-то вы как-то поживее, что ли, стали? А можно еще чем-нибудь вас грохнуть? Еще один поддончик. Прошу. Во, минус один. О, надписюля. Во! Надписюля вообще прям в тему. Сюда. Вот, вот этим я заниматься, конечно, любил, да. Кидать различные предметы в этих типов — это одно удовольствие. Чё там? Как она? Нормально вообще? Висится. Зависаешь, да? Нормально виснем, да? Ух ты, блин, нихера себе. Вот так вот ты, да? А если я тебя немножко бахну, а? А? Знаменитая монтировка, друзья. Знаменитая. Знаменитейшая вообще, которая только есть. Вот так вот. Слушайте, здесь надо прям на каждом месте делать скрин. Все очень-очень красиво. Снег мне очень нравится. Вот как он... Вот, знаете, снег только пошел, и ветерок такой прям нормальный. И вот он, вот он. Прям с крыш сыпется. И вот так вот. Короче, очень-очень красиво. По бочке бахнуть. Так, что у нас там дальше? Так, это... Что это у нас? Это какие-то воспоминания или что? Из прошлого? Баночка с краской, кстати. О,
Работает! И это работает! Вообще красота! То есть они все-все-все слезали под ноль. Но только под новую графику, понятное дело, да? Да, вот это я любил делать. Кто красил полностью в белый цвет вот так вот стену? От нехрен делать в Half-Life. Пишите обязательно. Вот так просто брал я в детстве, когда мне было делать нехрен, да, и красил просто всю комнату в белый цвет. Таким образом. И вот этими штуками, конечно же, я баловался тоже жестко. Так, ладно. Что у нас тут? Покрышек куча. Графа. Сок. Тут даже надписюли, по-моему, можно различить на колесе. Короче, все красиво, все сочно. Так, куда нам дальше? Мы это возьмем с собой. У меня есть на это кое-какие планы. Так, опа. Хедкраб. Ой. А что нельзя? Ничего взять? Оу, хедкраб. Слушайте, они какие-то волосатые. Иди сюда, мой маленький, иди. Скучал? Чего они такие волосатые? Мы не рассмотрели вот тех типов. Давайте посмотрим немножко. А ты откуда вообще вырвался, слышишь? Так, хедкрабика рассмотрим немножко детально, поближе. То есть это... Обычно он был какой? Он у нас был в обычной части, да? Может, авторские права из-за этого его волосатым сделали, не знаю. А он был лысый. Лысый хедкраб, да? Сейчас мы тебя рассмотрим немножко. А сейчас он просто какой-то зимний вариант хедкраба. Так, ну снизу, в принципе, он точно так же выглядит. То есть зубы здесь, здесь, здесь сосалка у него, здесь два вот таких вот лапы, да? Впился и не отпустил. А сверху он выглядит просто как шапка зимняя, да? Вот такая волосня. И, кстати, смотрите, какая детализация. Просто реально волосатая шапка. Ну, как будто искусственные волосы, знаете, на шапке или на шубе. Вот такие вот, ну, похоже, похоже текстурка. Снег, конечно, да, удивляет. То, что я на санках катаюсь постоянно 24/7. Кстати, персов мы не разглядели. Что у нас тут? О, ну тут все красота. Красота, конечно, не то, что в детстве, да? Вот он, у нас даже отеки у него какие-то там. Вон шея пошла уже трескаться, репаться. Блин, красиво, красиво. А руки у него превратились уже, да? Не в руки. Ладно, давайте идти дальше. Не знаю, кому-то может быть интересно в такие прям подробности окунуться, да, это очень красиво, понятное дело, ностальгия прям хлынула. Тут лучше не стрелять, да, я так понимаю, как бы тут нас... Эту штуку мы возьмем, конечно же, с собой. У нас тут станочек, так, идем дальше, это у нас что такое? А если мы отпустим вот так вот, чик, это все пропадет или нет? А ну-ка, давайте вот это пульнем. Это не пропало? А, все, я понял, это так, чисто. Я не знаю. Воспоминания какие-то, да, прошлое. Так, ладно, идем дальше. Вот эту штуку я помню. Блин, такая месилова была. Я специально байтил их, чтобы они шли сюда. Оп. 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 А, договоримся. Договоримся. Сколько вас тут много. Давайте, давайте, соберемся в кучку и отпразднуем это дело. Half-Life 3 от фанатов на Unreal Engine 5. Давайте отметим это дело. О, вот это у нас вечеринка. И не говори, братан, и не говори. Веселуха жесткая, вон. Тип зависает, неплохо. О, на правую кнопку мышки даже, представляете, два сразу выстрела. Ну, два патра одновременно вылетает на правую кнопку мышки. Продумали все до мелочей. Все до мелочей. Правда, аппарат этот сломался. Конечно, печально. Слушайте, кровища на снегу выглядит как-то... Не знаю, напишите в комментариях, как выглядит. Тут у нас какой-то свет оттуда. Мы можем туда глянуть? Что там вообще? Там просто какая-то комната, да? Выстрелы, конечно, ну вот, вот это вот, конечно, кринж. Как будто просто какой-то художник по дереву вырезал, да? Какие-то цветочки. Это не похоже на выстрелы. Вообще никак. Типа распополамило. Это очевидно. Воу.
Кто там? Я никого не звал в гости. Слушайте, у меня для вас старое развлечение. Кстати. Кстати, а эта штука будет работать? Оу! У челика даже слетела шапка. А, шапка слетела. Шапка слетела. Шапка ожила. Куда же ты, шапочка? А ну-ка. Что-то не ломается. Так, слушайте, мне интересно, тут у челика мордочка. Какой ты красивый. Да, красота, конечно. Очень-очень детализировано все это. Смотрите, даже там венки у нас какие-то видны, жилы. То есть все, кости, а мышцы вот на пальцах, да? Все прям так детализировано, круто. Кайф, кайф. Да и в принципе все в игре детализировано максимально четко. То есть, ну все, ну куда ни приглядись, везде. Жалко, нельзя увеличивать как-то. Тут писюли всякие разные. Стулья, не стулья, хэдкрабы, короче, все, все по красоте. Так, сюда лучше мне и не идти, да? Иначе меня неплохо так бахнет. Тут мозги какие-то валяются, да? А, бутылочка. Так, это мы возьмем. Хэдкрабики у нас. Шапки на ножках. Теперь это не хэдкрабы. Что вы сделали с хэдкрабами? Ну, в принципе, зимний вариант такой, да? О, маленький, ну куда ты? Я так понял, это демка, которая сделана чисто поностальгировать, знаете? Иногда хочется поностальгировать. А ты откуда просто он появился из ниоткуда, прикиньте? Покрасил тебя. Ты и так белым был. Теперь еще белее. Он все? А, ну я думал, ты не живешь уже. Вот так вот. Что там такое, пацаны? Ой. Я хотел тут рассмотреть место побольше, получше. Оп. Я загореться не хочу. Красота. Вот тут вообще, смотрите, какая атмосфера. Ну, сразу передает графику, да? Вот, как вам? Ну, маленький, ну я скрин делаю, а ты шапка. Вот так вот просто. Скрин на превью. Вот, вот он. Half-Life 3. Так. Portal Gun. А куда мне дальше? Ага, мне сюда, что ли? Я так понял, мне нужно развалить все это дело, да? Так, открываем. Эту штучку мы возьмем. Что это было? А это что? Тынычка какая-то? Нет, показалось. Опа, хпшечка. Текс. О. Подожди, друг, мне идея тут одна возникла. Не падает? А я думал, упадет. Что-то мне так прям показалось. Так, ну... К вам нужно только с шотганом. В принципе, игра будет не длинная. Поэтому... Чё экономить патроны? Давайте не будем, да? Все, все поотлетали. ХПшечка мне не нужна. А, вы там маленький. А там сзади вас что-то взрывоопасно, да? Блин, ух ты. Да, красота, конечно, красота. Ностальгия. Ностальгия. Промазал по тебе. Вот это я, конечно, могу. Чё там? Ползунец, куда ты? Ты пока доползёшь, слушай, я уже и пройду игру. Чё у нас тут есть интересного? Да ничего, в принципе. А можно тебя ещё раз пополамить? Нет, не получится. Ой, тихо. Не выйдет. Маленький. Шапка на ножках. Ой, а ты откуда взялся вообще? Дружище! Ты откуда? А, все, он вырубился.
Что там? О. Дверка? А там еще челик какой-то. А он живой. Это конец, походу, да? Эх, спасибо большущее тем, кто сделал эту игрушку, поностальгировал вообще прямо от души. Вы обязательно пишите в комментариях, как вам. Как вам вот такое вот детище. По мне так очень-очень круто сделали. Ребятки молодцы. Постарались. Конечно, все слизано, но это все для вас, все для того, чтобы поностальгировать. Поэтому вот так берем просто и уходим вместе с монтировкой в закат. И конец. Project Borealis. Вот такая вот тема. Подписывайтесь, ставьте лайки и залетайте на канал смотреть другие видосы. Много интересного для вас снимаю. Увидимся.